Да-да-да, именно при монтаже я потерял звук с данного отрезка видео. Здесь я вам рассказывал о том, как я еду в Чернобыль, точнее к Чернобыльской зоне, и буду исследовать заброшенные здания, которые очень интересны. Приехали наконец-таки. Едешь такой, дорогой на Чернобыль, а тут бац, за забором олени, лошади Пржевальского, зубры. Просто красота. На самом деле это был экопарк Медвино, площадью более 3000 гектаров, расположенный вблизи села Страхолесье по пути на Чернобыль. Его особенностью является зоопарк с животными, которые находятся в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания. Здесь живут многие виды животных. Ламы, верблюды, медведи, бизоны, страусы, косули, олени, козы, овцы и утки. Мы приехали на станцию. Что за станция? Да хер его знает. А хер его знает. Погуглишь. В общем, я погуглю, все расскажу. И здесь прямо рядом зона. Прям совсем рядом. Хорошая. Вот. Вот за забором, вот она. К сожалению, я не смог найти информацию по поводу этой станции, но глядя на нее, можно предположить, что создавалась она для очистки воды и подачи ее в ближайшие населенные пункты. Так как нет по ней документов, значит она была не такой значимой для Чернобыльской атомной электростанции. Thank you.
успели заснять красоту. А вчера вечером здесь очень красиво, и я утром отснял кадры. Будет прикольно. Наверное. И будет красиво. Сейчас мы будем уже уезжать. Остановились только на ночь, к сожалению. Но мы сюда еще вернемся.